автодорога, обход села Татарка, первый километр. Гололеда нету, проезжая часть, фур поднимаются. Улица Народная, сопровождаем КДМ-ку, посыпает спуск, подъем. Кулакова помогает осуществлять движение транспорта. Сопровождает КДМ-ку пешком. Солнечный круг частично обработан. Транспорт не затруднен. Находимся мы на 306 километре автодороги Ростов-на-Дону от М4 Дон городу Ставрополь. Время 8:50. Значит, идет сильный снег, обильный, с ветром боковым. Значит, образуется наледь. Навстречу прошла КДМ-ка, которая очищает, посыпает проезжую часть дороги. Сегодня 3 марта 2021 года. Время 10:00. Экипаж дорожно-патрульной службы 559 находится на маршруте патрулирования 210-237. Проезжая часть влажная, идет мелкий снег. Температура воздуха плюс 1. Автодорога, подъезд к городу Черкесску, 2-й километр. Идет сильный снег. Дорожное покрытие влажное, находится в проезжем состоянии.